Всем привет! Сегодня я хочу сделать распаковку покупки из сайта Мыло Опт. Разберем эту коробочку по порядку. Это деревянные такие подставочки для мыла. Или можно назвать мыльницами. Давно хотела такие попробовать, очень мне нравятся. Дальше. Бумага тишью для декора коробочек. Здесь у меня для кончиков волос масло. Еще отдушка ромашка и липа. Попробуем такой весенний аромат. Органовое масло. Я хочу попробовать сделать твердый шампунь для волос, поэтому для волос взяла масло. Оттеночный блонд, который добавляется в твердый шампунь. Это пигмент красный, оливковый. И экстракт ромашки. Еще у нас есть желтый, оранжевый даже пигмент. Оранжевый. И последняя бутылочка, это масло какао, только жидкое. Попробуем его добавлять в мыло, в шампунь твердый. Ну, это, собственно говоря, и сама основа для шампуня твердого. Основа для мыла прозрачное английское, SLS Free, проверенное уже годами. Конечно же, разные наклеечки для шампуня, для кондиционера и для изделий ручной работы, handmade. Вот такая посылочка у меня была чудесная. Все есть у меня в списке. Очень люблю этот магазин, потому что хороший выбор и хорошие цены. Спасибо большое за внимание.